все, кто не сотрудники Росстата, работы полиции, расскажут о тотальной коррупции в РД. Почему сейчас, в 2018 году, уголовные дела в отношении дагестанских чиновников, в том числе премьер-министра Абдусамада Сапарова? На протяжении 17 лет он был министром финансов, и 5 лет был премьер-министром. Почему МВД до сих пор не замечали его преступления? Понятно, спасибо. Если вы юрист и студент юридического факультета, как минимум вы должны об этом знать. Поэтому я вам рекомендую пойти туда и обо всех известных вам фактах коррупции в системе Министерства внутренних дел по республике Дагестан заявить. Короче, от себя ответственность убрал. Говорит, иди к побыцу. Я отвечаю, что подумайте об этом. Thank you.